Настоящую легенду видно сразу. К ней почти невозможно прикоснуться. Но только не для тебя. Это твоя легендарная кредитная карта Альфа-банка. Закажите бесплатную кредитку с целым годом без процентов и получайте супер кэшбэк рублями каждый месяц. А еще бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Всем привет! Вы на канале «Заброшенная Прибалтика». В этот раз я нашел огромный заброшенный завод стекла. Несмотря на то, что он заброшен уже целых 16 лет, многое осталось нетронутым. В кабинетах и архивах лежат документы. Во дворе стоят старые грузовики. А в цехах лежат сотни единиц новой запечатанной продукции. Приятного просмотра! Просто представьте, сотни коробок с новыми запечатанными лампами. В прошлом это был очень большой завод стекла. Похоже на весы для грузовиков. А вот здесь они заезжали. Ладно, пойдем внутрь. Здесь такая прямо протоптанная тропинка. Как же здесь пахнет гарью. А вот здесь, видимо, сидел дежурный. Его рабочее место. 2013. Ух ты! Бар. Бар в подвале. Окошко для выдачи еды или напитков. Комната, посвященная гражданской обороне. Смотрите, все стены в плакатах. Дозиметр, спасательные работы в очаге поражения, средства защиты кожи, убежище. Интересно, есть ли здесь бункер при заводе? Противогаз. Слоник. Куда же без него? Еще одно помещение. Может, столовая? Лестница наверх. А это... Первый этаж. Кабинет художницы. Вообще, в советские времена это был градообразующий завод поселка, в
котором я нахожусь. В конце 80-х здесь работало 1200 человек. Книга по учету рабочих удостоверений. Обрывается все на 2008. Выходит, завод был закрыт целых 16 лет назад. Архив, что ли? Документация 2004-96. Здесь очень много всего, и причем еще советского. Пособие работницы стеклозавода Инге присвоить декретный отпуск, пока ее ребенку не исполнится 3 года. А вот книга учета отпусков. Прошу дать мне очередной платный отпуск 23 декабря 1987. Заявление работников. Зарплатная книга. Восьмидесятый год. Вот, например, Виктор. Здесь месяцы, а здесь зарплата. 28 рублей всего в месяц. А другие интересно. Вот здесь 80 рублей. Может, на 80 это были и хорошие деньги. 100 рублей. Вот за год, например, 1000 рублей зарплата. 1100. Второй этаж. Здесь видно был капитальный пожар. Снова какие-то отчеты, сгоревшие книги. Зрелище, конечно, жуткое. Как будто после войны. Чей-то кабинет. Чертежи. Эх, вот они,
рабочие места советских людей. Здесь местами даже страшно ходить. Как говорила моя бабушка, вор пройдет, хотя бы стены останутся. Пожар пройдет, не останется ничего. Ух ты! Это продукция завода, смотрите. Ваза для цветов. Стакан Турайда. Это все было сделано здесь. Эх, да. Время и мародеры ничего не щадят. Ого! Вот это зал когда-то был. А вот и сцена. Я думаю, раньше здесь было очень красиво. История завода. Шестидесятые года, а здесь продолжение, 70-е. Как я понял, за год здесь сделали продукции на 2 600 000 рублей. А вот так выглядел завод в 22-м году. 100 лет назад. Основан в 1944-м. Но это, видимо, после прихода советской власти. А вообще свою историю завод начал еще в конце позапрошлого века. Остатки стульев. А вот эти штуки, плафончики, были сделаны, возможно, и здесь, на заводе. Там еще цеха есть. Туда, думаю, тоже стоит заглянуть. Это, наверное, столовая, судя по этим большим столам. Какая красота! Тот самый зал. Склад какой-то, наверное. Телефон заводской. Еще телефоны. Точнее, то, что от них осталось. Кто-то, видимо, здесь их разбирал. А это что? Витрины.
Я думаю, это был выставочный зал продукции. Вот, представьте, на машине времени назад вернуться, когда здесь все было, и посмотреть на красивые стаканчики, вазочки, плафоны. Что за гаражи? Опа! А вот, похоже, и заводская продукция. Причем в упаковках. Возможно, даже абсолютно новая. Глаза просто разбегаются. Здесь она повсюду. Это все, наверное, плафоны для ламп. Просто разной формы. Но они же реально абсолютно новые. Еще плафон. Склад плафонов, что ли? Здесь еще такой беспорядок. Но вот это находка, конечно. Я когда зашел в этот выставочный зал, еще подумал увидеть бы продукцию. Вот, пожалуйста. Целый склад. Ух ты! Какой красавец! Многие из них даже запечатаны в коробке. Вот, например, готовые к продаже, к отправке. Почему же их так бросили? Здесь десятки таких гаражей. И несколько больших цехов. Сейчас постараюсь все это обойти. Размеры, конечно, очень впечатляют. Thank you.
снова склады, что ли. Лестница. Настоящую легенду видно сразу. К ней почти невозможно прикоснуться. Но только не для тебя. Это твоя легендарная кредитная карта Альфа-банка. Закажите бесплатную кредитку с целым годом без процентов и получайте супер кэшбэк рублями каждый месяц. А еще бесплатно снимайте наличные в любых банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. Ой, как же здесь все сгорело. А знаете что? Это, похоже, химлаборатория. Бррр. Надеюсь, пол не обвалится подо мной. Да, вот шкаф для реакций. Колбы. Баночки с реактивами. Обалдеть. Вот и заводская лаборатория. Все реахимовское. Еще советское. Ареографы. Какие-то пробирки. Винная кислота. Ой. С химикатами лучше не шутить. Неорганическая химия. Как же все заплесневело от времени. Просто жуть. Здесь реально можно снимать фильмы про постапокалипсис. Раздевалка химических сотрудников. Этажом ниже снова раздевалки. Стекло ядерно-зеленое. Соблюдайте чистоту. Душевые. Еще раздевалки. Сколько же тут людей работало в лаборатории? Один самосвал,
второй бочка. Два красавца. Давно не ездили. Пробег 88 тысяч. Это, возможно, даже говновоз, судя по этому шлангу. Здесь 90 тысяч. Хотя, я думаю, это далеко не первый круг. Сделано в СССР. Завод ГАЗ. Горьковский автозавод. Пока я бродил по этой огромной промзоне, уже стемнело, и время доставать фонарик. Пользуясь случаем, хочу порекомендовать вам хорошие фонарики от компании Armitek. Помимо моего любимого рассеивающего фонарика, недавно мне прислали еще один фонарь. Вот такой вот поисковой фонарик для того, чтобы светить вдаль. И это даже не самая мощная в линейке модель. Так что, если кому-то нужен фонарик, заходите по ссылкам в описании. Есть магазин в России, в Белоруссии и для жителей Европы в Германии. А по моему промокоду Прибалтика вам дадут скидку 15% на все товары. Ну а мы продолжаем исследовать заброшенный завод стекла. Еще один гараж. И снова с новыми плафонами. Их здесь целая гора. Интересно. Сколько же это все может стоить? Снова склад. Что это? Не пойму. Это похоже... Может быть, на песок или на вкус соленое. Фу, неприятно.
Я думаю, это какие-то компоненты для производства стеклянных изделий. И здесь их целые горы. Но больше всего меня интересуют два вот этих больших цеха. Снова мешки. Пакеты. Я думаю, действительно, это какие-то компоненты для производства стекла. Прямо нераспечатанные мешки лежат. Если не ошибаюсь, дата 2001 года. Сода. Техническая. С ГОСТом. Еще пакеты. Мел. Сколько добра пропадает. Так-то. Еще мешки полные мела. А это что? Тоже мел, наверное. Оксид цинка. А вот это, похоже, просто мешки с песком. Целых два палета. Остается вот этот большой цех. Большой, однако. Еще склад. И опять упаковки с продукцией. Рюмки. Вазы. А вот и вазы из синего стекла. Здесь были термосы. Вот еще пропустил чайные стаканы. И бокалы. Здесь вот такие плафоны в упаковках. Платон Гарри.
2005 года выпуска. Вот он. Здесь их десятки. Там вдалеке вижу еще горы продукции. С ума сойти просто. А вот они же только в упаковках. Абсолютно новые. Просто сотни, а может и тысячи единиц, пусть и разбитой, сожженной, но новой продукции. Гора плафонов. Тоже плафоны. Потемнели от пожара, видимо. Еще комнаты с продукцией. Сколько же ее тут вообще? Эти опять горелые. Здесь они все одинаковые в этих ящиках. И видно, что это все уже современное, не советское. На самый разный вкус и цвет. Как говорится. А эти вообще, видно, приготовленные к отправке. Но так и не отправленные. Мне вот интересно, насколько же здесь денег продукции? Упаковки сгорели, а стекло, оно по идее не горит, оно же, наверное, плавится. Оно просто покрылось черным налетом и потрескалось. Я думаю, по нынешним ценам такие плафоны стоят, ну, рублей от 500 и, может, до 2-3 тысяч, если они большие, красивые. Если посчитать все, что я увидел сегодня, даже вот эти сгоревшие, я думаю, их здесь, ну, пару тысяч точно. Так что смело можно сказать, что здесь продукция на пару миллионов современных рублей. Естественно, очень печальное зрелище и одновременно завораживающее. Все эти плафоны производили, старались работники, а они вот так лежат.
Эх. Ладно. Календарь за 2008. Официальный год закрытия фабрики. А как все запаковано было аккуратно, чтобы они не побились при транспортировке. Вот эти прямо видно совсем-совсем новые. Просто с ума сойти. Вот это находка. Еще одно помещение полное продукции. Вот такие они красавцы. В общем, я немножко в шоке от увиденного. Буду выбираться отсюда. Вот это, конечно, находка. Спасибо всем за просмотр, дорогие мои зрители. Ну и до новых встреч!